Добро пожаловать на канал Harder Set Info. Перед нами находится устройство Fire Phone 4. И сейчас я покажу вам, как включить таймер в камере. Итак, для этого мы открываем камеру и далее нажимаем на значок шестеренки. Здесь мы выбираем таймер и можем установить его на 2 секунды, 5 или 8 секунд. Устанавливаем, проверяем, как он работает. И на этом все. Спасибо за просмотры, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.